Автономию на соревнованиях представляли теннисисты из спортивных школ Камрата и села Авдарма. По итогам соревнований наши ребята завоевали призовые места. Камратскую спортивную школу представляла Виктория Милентий, категории 2010 год и младше. С двумя поражениями и четырьмя победами она заняла первое место среди 32 участниц. Хорошо проявили себя и теннисисты из Авдармы, которым удалось выйти в финальную сетку турнира. Наши ребята очень себя хорошо показали. Каждый из них вышел в финальную часть. Есть и призовые места. За такой маленький период, за последние с июня месяца по сентябрь, мы были на 5 турнирах, включая тренировочный сбор. И на всех 5 турнирах у нас получилось завоевать медали. Тренер подчеркнул, что для достижения высоких результатов спортсменам приходится много заниматься. Важную роль играет и участие в сборах, которые они, по возможности, стараются не пропускать. Мы еще с июня месяц провели тренировочные сборы в Приднестровье. Также мы провели тренировочный сбор в Болгарии, в Албении. 10 дней мы готовились. После этого были соревнования, где наши воспитанники тоже победили и завоевали медали. Ну и после этого уже по накату на каждом соревновании, как говорится, мы достигали определенного успеха. Все очень, важно очень готовиться, тренироваться как можно больше. Мы тренируемся каждый день, по 3 часа в день. Настольный теннис как вид спорта существует в Камрате более 18 лет. За это время, поделился Николай Милентий, удалось воспитать плеяду спортсменов с высокими достижениями. На сегодня тренировки имеют возможность посещать все желающие, начиная с 5 лет и старше. Людмила Новак, Сергей Георгиев, Мария Казаку, Новости ГРТ.